Победителем международного кинофестиваля «Тюркского мира» стал актер Карагандинского театра имени Сакена Сейфуллина. Уникальная награда досталась Кайрату Кемалову за мужскую роль в фильме «Акбозуй». Это экранизация одноименного романа известного казахского писателя Смагула Елубая. Тему продолжит Антон Александров. Приз за лучшую мужскую роль в фильме «Акбозуй» получил актер театра имени Сакена Сейфуллина Кайрат Кемалов. Картина была представлена на международном кинофестивале тюркского мира «Коркыт-Ата». 17 стран на суд жюри представили 52 фильма. В итоге среди награжденных оказался наш земляк. Я сыграл роль Кирейхана. Для меня вообще очень интересен процесс создания исторических кинолент. Я всегда с удовольствием участвую в таких картинах. Они мне ближе, чем современные. О том, что я занял призовое место на фестивале в Турции, я узнал поздно ночью. Мне позвонили, и я даже не сразу поверил. На утро уже все интернет-издания опубликовали эту информацию. И тогда я почувствовал, что не зря вкладывал душу в свою роль в этой картине. Турецкий фестиваль, проходивший в городе Бурса, собрал кинематографистов и деятелей культуры из Турции, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. Его цель – пропаганда общих ценностей и установление дружеских контактов между народами. От Казахстана было представлено несколько картин. Среди них «Дос Мукасан», биографическая драма «Мукагали», «Рассвет Великой Степи» и «Музбалак». В итоге казахстанские кинодеятели удостоились трех наград. Среди них и исполнитель роли Кирейхана Кайрат Кемалов. Фильм «Акбозуй» рассказывает о Голодоморе 31 года. Зачастую люди знают поверхностную информацию об этом периоде. На самом деле было аж три волны Голодомора, которые унесли порядка 5 миллионов жизней казахского населения. Многие даже не были нормально похоронены. Мне самому очень интересно было участвовать в съемках. Это все происходило на песке в Мангыстау. Была чуть ли не 60-градусная жара. Было сложно, но интересно. Фильм «Акбозуй», что в переводе означает «одинокая юрта», описывает историю жизни одной семьи в период голода 30-х годов. Это экранизация одноименного романа известного казахстанского писателя Смагула Елубаева. Режиссер Бегарс Елубай посвятил этот фильм столетию Голодомора в Казахстане. В итоге кинолента, собранная в прошлом году, принесла награды казахстанским звездам театра и кино. Антон Александров, Миржан Жумамуратов, Николай Шевелев, 5-й канал.